А сейчас на очереди спецприз. На протяжении многих лет специальный приз для... учреждают давние друзья и партнеры конкурса «Дом скрипки Scroll Fine Instruments». Просим руководителя и основателя «Дома скрипки» Георгия Левинова подняться на эту сцену для вручения специального приза одному из участников конкурса. Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной год я хочу всех вас, дорогие зрители и телезрители, поприветствовать, а также членов жюри, безусловно, артистов оркестра во главе с дирижером. И вас, дорогие талантливейшие юные артисты, по-настоящему артисты. На протяжении всех дней прослушивания, на самом деле, я пребываю в каком-то, знаете, таком легком шоке от того, что я слышал. Во время исполнения на любом инструменте, на котором вы играете, есть такое ощущение, что это все так легко, все это так просто, все это так естественно, несмотря на то, что мы все прекрасно знаем, что значит играть на любом музыкальном инструменте, насколько это сложно, скрупулезно. А у вас это все легко. Вот я хочу вам пожелать того, когда вы вступите уже в жизнь взрослых, состоявшихся профессиональных музыкантов, оставьте в себе вот этот кусочек детства. Тогда у вас все будет еще лучше, поверьте мне, как взрослому артисту. Одно из важных направлений «Дома скрипки» — это выявление... это популяризация скрипичных мастеров современности, в частности, нашей страны. И меня не может не радовать тот факт, что в нашей стране встречаются замечательные и талантливые профессиональные мастера не только в столичных городах. Вот, например, эта скрипочка, она сделана в городе Тюмень профессиональнейшим, талантливейшим мастером, которого зовут Антон Гостев. И скрипочка эта, она сделана в 2023 году специально для конкурса «Щелкунчик». Сделана она по модели одного из величайших скрипичных мастеров 18-го столетия итальянских, Гварнери дель Джезу 1730 года, на которой играл Фриц Крейслер. И эта скрипочка, она сегодня нашла своего спутника. Мы очень хотим поддержать вот этого спутника, молодого музыканта, юного музыканта, поддержать вот этим даром, потому как мы считаем, что этот ребенок, этот юный артист, он обладает действительно огромнейшим талантом, и если он будет продолжать свой путь музыканта, вот так же скрупулезно и точно, он действительно достигнет больших высот. Это девочка, и зовут ее Стефания Махначева. Пожалуйста, на сцену. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы благодарим Дом скрипки Scroll Fine Instruments.